У Беларуси начнется больше интенсивный период вакцинации от COVID-19, передает Белта со посылкой на министра охоты здоровья. Пришепка станет доступной для больше широкого кола людей. С 15 соковика установы охоты здоровья краины начнут робить пришепки широкому колу. Поводле слова у Дмитрия Пиневича, у Беларусь поступит 100 тысяч доз российской вакцины. Я прогучала конец соковика красовик, той период, коли вакцинация выйдет за межи ранее вызначенного контингента. Это медики, работники социальной сферы, гандлевых и транспортных сеток. З уліком того, что российская и инактивованная китайская вакцины мають показчики 60+, разгледжена гэта категория для прышэплівання от COVID-19. У целом подкрэсліваецца, ситуация с захворваннем коронавирусом в Украине развивается у межах прогнозов.